В течение 2016 года на территории республики зарегистрировали более 1000 пожаров, погибло 67 человек. Такую цифру озвучили сегодня на заседании правительственной комиссии. Главной темой совещания стал вопрос предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории республики в период подготовки и проведения новогодних праздников. На мероприятии главы муниципалитетов, а также Министерства республики выступили с докладами о необходимых мерах безопасности во время праздничных дней. В период проведения праздничных массовых мероприятий планируется задействовать до 1000 сотрудников РУДДЕ, в том числе предусмотрены сотрудников ОВД, сотрудников Росгвардии, народных дружин, работников частных охранных предприятий, будет задействовано 200 с лишним единиц служебного автотранспорта. Реализация комплекса мер по обеспечению прав проектов общественной безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий находится в постоянном контроле. Возникающие вопросы решаются в рабочем порядке.